Сегодня мы рассказываем студентам про окружающую среду, про экологию, про тот вред, который нанес человек, и что с этим нужно уже обязательно делать. Да, и вот один из общественных проектов, который работает уже третий год, это смол-батарейка. Мы собираем вот в такие контейнеры по всему городу и в нескольких других городах старые батарейки. Более 100 точек уже есть в городе, люди приносят, мы их накапливаем, мы вывозим на Челябинский завод на переработку. Это вот самый давний проект, который давно уже действует. Буквально через неделю состоятся большие выходные, где мы приглашаем всех жителей города сдать полезный мусор, макулатуру, пластик, одежду, стекло на переработку, прийти послушать лекторий, на котором мы тоже вот расскажем о проблемах, о том, что делается уже и локально тоже, то, что делается в Смоленске, в области. Вот. И ну вот, есть еще несколько идей, но пока не буду говорить, они еще не до конца проработаны. Но в целом тема экологии волнует меня уже давно. Мне кажется, любая информация про экологию, про окружающую среду, она должна сейчас широко расходиться. Потому что ну, ждать уже больше нельзя, нужно что-то начинать делать. И потому что это тот случай, когда, знаете, обычно говорят, надо начинать с себя. Вот это тот случай, когда начинать с себя можно, но этого очень мало. Я не могу одна вот быть молодцом таким экологическим, и все сразу станет вокруг чисто. Совершенно нет. Моя жизнь, и жизнь моих детей, и безопасность, и здоровье зависит еще в Смоленске как минимум там, от миллиона человек, да, в Смоленской области. Поэтому мне вот важно, чтобы многие этим и заботились, тогда наш регион станет чище.